Знаменитый проект «Сухая консервация карьера Мир» скоро станет историей. Его заменят на дренажный комплекс и главную водоотливную установку рудника. Сегодня для реализации этого проекта шахтостроители готовят к сдаче новую насосную станцию на горизонте 210. Продолжит Лариса Удовенко. На руднике «Мир» сегодня завершается реконструкция главной водоотливной установки. Здесь через систему скважин вода, поступающая в шахту, перехватывается и насосами откачивается на гора. Сейчас в работе первая очередь установки, которая справляется с водопритоком мощностью 1800 кубометров в сутки. А на второй очереди шахтостроители готовятся к пусконаладочным работам. 5 насосов, каждой производительностью 400 кубометров в час. По алгоритму, то есть 3 насоса в работе, один в ремонте, один резервный. Вторая насосная комплекса – объект на перспективу. Когда придет время, здесь будут откачивать воду, которая сегодня скапливается на дне карьера «Мир». Сегодня основной форпост на пути воды – так называемая сухая консервация. На дне карьера уложена непроницаемая пленка. Из скважин в карьерных бортах вода откачивается мощными насосами в специальные резервуары. Эта система действует уже более 10 лет. И специалисты вынесли свой вердикт – время сухой консервации заканчивается. Шахтостроительный трест сегодня готовится к реализации нового проекта. Работы по нему начнутся уже в сентябре этого года. Мы начинаем работу на другом объекте, по другому проекту, это вот дренажный комплекс. Из шахты будет пройден комплекс выработок ближе к карьеру под предохранительным целиком. Из него будет пробурена специальная скважина, сконструированная специально. И вода по этим скважинам будет из карьера поступать в трубопроводы, тоже специально смонтированные дренажные трубопроводы. И дальше доставляться вот в этот комплекс главной водоотливной установки, после чего подниматься на гора и закачиваться в узел обратной закачки. Вторую очередь главной водоотливной установки шахтостроители сдадут в конце августа. Здесь будет все готово к тому моменту, когда проект «Сухая консервация» уйдет в историю, уступив место системам дренажного горизонта.